Как тебе вчерашняя вечеринка? Это Люба. Люба очень ждет подарков от судьбы, так как на мужчин надежды уже нет. Можешь не отвечать. Понятно. Это Тоня. Тоня очень хочет вновь услышать от мужчины три заветных слова. Держи мою кредитку. Вы это видели? Нет, вы вот это видели? Это Кирилл. Кирилла часто называют золотым человеком, так как он часто перебарщивает с автозагаром. Он сейчас с трусами своими новыми хвастается. Кто мне скажет, чьи это и как они у меня оказались? Это вчерашний стриптизерш. Ты за них еще с Юркой, юристом, дрался. Юркой? Подожди, подожди, Юркой. Блин, точно. Ой, я дебил. Катя меня вчера в кармане нашла, и между нами все кончено. Жаль. Очень жаль. Тонь, привет. Зачем? Ты как? Я... Слушай, а ты не знаешь, что с Кириллом? Он сегодня какой-то грустный ходит. Это Даша. Даша пытается поддерживать себя в форме. Ключевое слово – пытается. Его малолетка бросила. А ты не знаешь, почему? Из-за трусов. Из-за каких трусов? Даш, пожалуйста, можешь сейчас не доставать меня своими вопросами? У меня и так голова раскалывается. Кажется, у меня была какая-то таблетка. Не знаю, от головы, не от головы. Пофиг. Давай. У меня сегодня презентация. Если Ник увидит меня в таком состоянии, то он обязательно пожалуется руководству. И меня уволят. Как мне ее вернуть? Может, переворот сделаешь? А у тебя есть 10 жаб и 8 куриных лапок? Нету. Тогда звони, говори, что любишь. Да не, не вариант. А где ты эти берешь лапы за жабами? Ребят, у нас ЧП. Кажется, я ей вместо таблеток от головы снотворного дала. Но ее нельзя здесь оставлять. Начальница увидит. Тащим ее в комнату отдыха. Кирилл! Я думал, Даша в одиночку справится. Кирилл, не расстраивайся из-за Кати. Вокруг много других достойных девушек. Таких же стройных, молодых и веселых? Веселых точно. Ну да, ты права. Мне надо переключиться. Есть кандидатки? Я думаю, что есть. Что будешь делать? Поцелуй. Ты что делаешь? Целую. Целую.
Целую. Целую. Да, что случилось? Живот прихватило. Целую. Целую. А который час? Презентация. Проспала. Ник точно меня уделает. Не знаю, куда ты пропала, но я сочинил красивую историю для всех, что у тебя дома потоп, и поэтому на презентации тебя не будет. Буду отстреливаться за двоих. Да он, блин, святой. Или просто хочет со мной переспать? Ну и ладно.